Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Всем привет. Рады вас приветствовать на матче второй лиги. Лион, вторая лига, дивизион А, группа Серебро. И встречаются сегодня команды Форт из Таганрога и Авангард Курск. Ну и вот, собственно, встреча стартовала. Авангард с мячом на своей половине поля. Ну и мы переходим к составам. 63-й Илья Вольнов, 76-й Александр Агеев, 78-й Евгений Мухин и 88-й Дмитрий Савин. И первый удар по воротам. Мы с вами видим, и наносят его футболисты Авангарда по чужим воротам. Он не последовал в первом случае, а во втором вот на подачу пошла. И можно с левой бить. Ух, как здорово мяч сейчас поймал Пономарев и зарядил. Зарядил и за пределов штрафной. Наезд в штрафную, но тут спокойно, кажется, разбирается Авангард. Но нет, подбор снова за Форт. Удар за пределов штрафной от Халимбекова. И это первый удар в створ в сегодняшней встрече. Свою атаку провести. Раз в несколько минут они получаются. Отличная передача. Удар по воротам. Будет ли добивание? В штангу мяч попадает. Вот это да. Только мы сказали, что эту игру ведет Авангард, как тут же Форте создал опасный момент и отличная передача, проникающая в штрафную, и удар по воротам. И там последний защитник был, по-моему, как раз-таки Воинов находился. Проникающая передача в чужую штрафную. Удар по воротам! Нет, это был прострел, подставление от Колмакова. И казалось, что счет в этой встрече будет открыт, но Колмаков попадает в сетку со внешней стороны ворот. В атаку сейчас мчится Авангард. И к его составу мы сейчас перейдем. Но только после того, как Авангард отпразднует это взятие ворот. На, ну, пожалуй, уже 48-й минуте Авангард забивает. Первая атака во втором тайме на чужие ворота завершается взятием этих самых ворот. И болельщик Авангарда в гордом одиночестве, он находится на трибунах. А вот во втором тайме моментов нет. Савин рвется чужой штрафной. Савин вокруг себя троих соперников собрал. Сделал передачу на Гершунат. Уже 2 минуты команды переиграли. Ну и, скорее всего, это заключительное игровое действие в матче. Подача следует. Даже удар в ближний. Скоробогатько выручает свою команду. Близко подходят игроки Форте. Агеев сигнализирует об этом арбитру. Делает передачу на партнера. Удар. И вот он, финальный свисток, который фиксирует победу курского Авангарда со счетом 1-0 над таганрогским Форте.